без которого бы клубы единоборств вообще не было, а было, как говорилось, в начале вечера, были бы серые, унылые, какой-то подвал, в котором протекало все, и вообще помещение было пригодно только для того, чтобы в нем что-нибудь складировать. Чуть-чуть подальше отойдите. Хранить. Рок, а можно мордой? Итак, кто надрезает? Дэн. Денис, как старый морской волк, выходит из ВДВ, умело обращается к кортикам. Режь, Дэн, режь. Спасибо! Аплодисменты, с днем рождения! Мы творим историю, мы пишем историю, так говорит один человек. Руслан! Первый кусочек. Кусочек торта. Торт вкусный. Взбитые сливки. Какой состав? Взбитые сливки. Бойцовский состав. Бинты. Трудовой пот. Слезы. Все в этом торте. Коньячная начинка. Аппетит испортил. Так, друзья, угощайтесь. Ешьте сладко. Сегодня это можно, если не думаете о фигуре. Отрежьте Алистару, пожалуйста. Как раз вот пол тортика там есть. Побольше, да? Побольше кусочек, чтобы не обижался. Алистар очень любит сладкое. Вы не представляете, насколько он любит сладкое. Ну что ж, отдыхайте, веселитесь, ешьте торт, убивайте. Сегодня клубе для вас номер один на один год. Замечательная дата. Все вместе, все хорошо. 8 ноября увидимся с вами в детском шоу «Легенда». Пай, пай.